масштабно, эффектно, сильно и мощно. Это все о технике, которая преодолевает любые преграды. И это не показательные выступления, это тактические учения, которые в неспокойное нынешнее время просто необходимы. В любой момент военнослужащие и техника должны показать слаженную работу, прибыть к определенному месту дислокации и выполнить поставленную задачу. Собственно, что они сегодня и сделали. Согласно плану подготовки соединения на учебный год, мы отработали вопрос действия в городских условиях. В частности, сегодня был отработан вопрос преодоления водной преграды в различных условиях. Значит, водная преграда преодолевалась вдоль течения, по течению и, соответственно, с одного берега на другой, с захватом плацдарма, выгодных рубежей и выполнение дальнейших задач. Работали в условиях максимально приближенных к боевым. Никаких трудностей не возникло, поэтому все получилось. Личный состав обучен, проблемных вопросов нет. Общая протяженность маршрута по водной глади составила более 1 километра, а в некоторых местах глубина реки достигла более 15 метров. Боевые машины погружались в воду и направлялись на противоположный берег реки. Задачи такого уровня, как вход в заданный район через такую стихию, как вода, военнослужащие справились, хотя и были свои сложности. Бронетранспортеры и бронеавтомобили «Кайман» форсировали реку Муховец без предварительной подготовки. Накануне сегодняшнего занятия проводились занятия с военнослужащими на так называемом вододроме. Это место на нашем полигоне, где есть небольшой водоем, где военнослужащие получают первоначальные навыки преодоления водных преград. Отработав данные навыки до автоматизма, сюда выходили уже уверенно и в технике, и в действиях водителях. Естественно, препятствие водное, которое мы сегодня преодолевали, достаточно серьезное. И течение, и ширина от берега до берега, где мы преодолевали непосредственно эту водную преграду. Но, еще раз говорю, мы были уверены и в технике, и в нашем личном составе, поэтому проблем в ходе выполнения задачи не возникло. Все прошло штатно, задача выполнена. Понаблюдать за происходящим могли обычные горожане, которые собрались вдоль реки Муховец. Ведь такого рода зрелище увидишь нечасто. После выполнения этапа в городских условиях подразделения отправились на полигон для решения дальнейших задач.